The Subrazitany smartens up before muster. The brief stopover in Kronstadt is a welcome opportunity to look around, touch up the paintwork, stock up on provisions, and of course, to check the ordnance. Вход корабля – это моя личная задача. Даже в моих обязанностях написано, что каждый день я должен его обходить. Корабль большой, каждый день это сделать, может быть, не получается, поэтому есть моменты, которые нужно делать обязательно. Есть, которые можно там, отложить на там, раз в два дня и раз в три дня. Давайте там поживее! Лаврентьев! Некогда все это дело делать! Александр Анатольевич! Старпов! Старпов! Слезайте сюда! Сюда слезайте! Давайте поживее немножко! Держись! Держись! Подготовка самого корабля к его покраске, как правило, происходит раз в год в заводе. Но такие мероприятия серьезные, необходимо готовиться. Завода, поскольку нету, дока нету, готовимся своими силами. Вот кусочек. Это не наш, ну, надо доделать, ё-моё, здесь сразу, уже сейчас одним тоном, понимаешь? И полностью здесь, до привального бруса. У тебя есть 3 часа. Understand? Ватерлиния – это показательная часть корабля, как бы, вот. Она всегда должна быть в чистоте, постоянно моется, чистится тоже у нас. Чистотой где-то в полгода, раз в 4 месяца, вот так вот. Ну, в то же время это самая сложная для покраски часть корабля, поэтому сильно устаешь при покраске. Any sailors who aren't painting the hull are scrubbing the decks or helicopter pad. Сверху поливайте на ангар. Сверху. Лейтенант там в 2007 году пришел на МПК Зеленодольск. Служил на нем 4 года. В должности командира боевой части 1. Год старшим помощником. После этого ушел на класс. После обучения на классах через год пришел на такой же корабль, который находится сейчас на Неве, называется «Казанец». Уже командиром. Командовал им 1,5 года. После этого уже оказался здесь. В прошлом году «Казанец» был лучшим в Балтийском флоте, но сделаю из этого корабля тоже лучший корабль у Балтийского флота. An unwanted guest turns up where the two submarines at a rendezvous. Мостик штурману. Есть штурм. Цель номер 1 опасна. На 12 часов будет находиться в районе всплытия подводной лодки «Выборг». По пеллингу 325, дистанции 28 кабель. То штурман. Есть что? Штурман, повторяй. 57-18-5. Есть. 20-11-0. Курс цели 240, скорость 3. Танкер – это большой корабль, который скоростью 6 узлов и 3 узла двигаться не может, потому что у него минимальная инверсивная скорость в районе 8 узлов. Ты это знаешь или нет? Знаю. Хорошо. Откорректируй, пожалуйста, цель номер 1 нормально. Откорректируй, и когда она будет проходить через район всплытия лодки. Есть, понял. Мы идем в район ожидания. Ожидаем, когда всплывет лодка, обеспечиваемая. Я вот как корабль-конвоир отвечаю за чистоту района. Если в район всплытия Выборга, вот на данном конкретном случае мы обеспечиваем там погружение всплытия, если в район всплытия Выборга зайдет какое-то судно, я обязан там установить ими связь, вывести лишние суда, и чтобы он, не дай бог, там ни с кем не столкнулся, потому что он происходит испытание. Не вся материальная часть у него работает там как нужно. Обычно всегда вместе под водой как-то связываемся, кто-то помогает нам надводные корабли всплывать, они нам передают. В роли там корабля-конвоира первый раз мы. Какое судно находится приблизительно в координатах? Полста 7, 18 и 5, 20, 11 и 0. Следует курсом 245 градусов, скоростью 9 узлов. Я Бугель 448, прием. There's civilian sea traffic in the area where the Viborg is about to surface.
Lieutenant Commander Nagornov calls out to the vessel's captain, but only hears silence in reply. Пытались установить связь с целью с этой. Связь не удалось установить. Первый, первый, я второй. Прошу на связь. Прием. Сутали первый на связь не уходит. Связи с Выборгом нету из-за того, что плохая гидрология моря. Под водой радиоволны не распространяются, поэтому используется гидроакустическая связь с глубоководной. Высокой и низкой частоты. Какое судно находится приблизительно в координатах полста 7, 18,5, 20, 11,0. Следует курсом 245 градусов, скоростью 9 узлов. Я Бугель, 448, прием. Это гражданский флот, что они не подчиняются нам, они ничего. Вот он проигнорировал меня, он слышит, что его вызывает военный корабль. Он по своим делам идет, это гражданский, это деньги, это ему не волнует ни наши, ни учения, ничего. У них есть оповещения навигационные, которые проходят, что район закрыт, там координаты этого района проходят. И у них должно все это проходить, должно все это что закрываться, что они сюда заходить не должны. Ну, все равно он заходит. Радист, давай на СС-750, по моим данным, скажи, у меня связь с ними плохая, 1 балл, не могу передать. По моим данным, что в момент всплытия, в районе всплытия Выборга будет находиться цель опасная. Пусть передадут, чтобы соблюдали осторожность. Есть принял. СС-750 это спасательное судно, 2 таких корабля на Балтийском флоте, Пушкин и СС-750. Они имеют глубоководные подводные аппараты, которые, если не дай бог что-то случится с лодкой, этот аппарат спускает, он погружается вниз и уже ищет там аварийную подводную лодку. Так, журнал записать. Связь с ПЛ Выборг 1 балл. Через СС-750 для ПЛ Выборг передано. В районе всплытия находится опасная цель. Записать журнал. Связь с подводной лодкой «Выборг» 1 балл. Через СС-750 на подводную лодку «Выборг» передано. В районе всплытия на 12 часов 00 минут находится опасная цель. Соблюдать осторожность при всплытии. Соблюдать осторожность при всплытии. Бесполезняк, вот он чешет и пытался я с ним связь установить. Он не отвлекается ни на какие, дежурит там. Может быть, иностранец, может быть, еще. Просто тоже ситуация такая некрасивая. Переживаю я за своих товарищей. Доклад, во-первых, повторим. Потому что сам не раз был в такой ситуации. Не железо там ты можешь погубить, там не корабль, а люди. Вот это самое, наверное, главное, то что... Я не хочу и никому не пожелаю, наверное, из командиров там, или из кого-то, чтобы им пришлось потом смотреть в глаза чьей-то жене, чьему-то ребенку там, или, ну, не знаю. Я думаю, что это, наверное, самое страшное, что может быть. Пусть радистом. Есть акустик, есть радист. СС-750 на Выборг информацию передал. Есть. Есть такой радист. Журнал записать. Центральный журнал записать. 150.